Друзья, всем привет! Как и обещал в одном из предыдущих видео, когда у этой орхидеи раскроется второй цветочек и уже по нему будет видно, какое цветение у этой орхидеи, мы на нее посмотрим и подведем итог. В сравнении вот с этой вот орхидеей. Друзья, те, кто не понимает, о чем речь, поясню. В прошлом году, точнее не так, в позапрошлом году у меня в коллекции появилась вот эта вот красотка, вот эта вот орхидея. Это, друзья, орхидея-бабочка. Вот такая вот она обалденная, посмотрите. Цвет, я даже не знаю, он настолько он разный при разном освещении, что, ну вот на экранах вы видите именно то, как он цветет вживую. Сейчас дневной свет падает на эту орхидею, вот такая вот она свекольная, прям обалденная. Это, друзья, Hourji Fancy, орхидея Hourji Fancy, бабочка, в варианте цветения бабочка, пилоричная. И в прошлом году, буквально осенью, я пополнил коллекцию этой бабочки, этой Fancy, но только в варианте цветения пилорик. Пилорик — это когда орхидея похожа немножко на нераскрывшийся тюльпанчик. Некоторые путают пилорики с трилипсами, но в этом видео я тоже покажу вариант цветения пилорика и вариант цветения трилипса. Вчера я уже показывал в видео обзор новых орхидей, которые зацвели у нас на канале. Малышки, кто не видел это видео, обязательно посмотрите. Там такие обалденные красотки, одну из которых я сегодня продублирую. В пример покажу, что это вариант цветения трилипс. Вот одна из зрительниц вчера задала вопрос, не поняла, увидела орхидею в варианте цветения трилипса и написала, что какой же это трилипс, это вариант цветения пилорика. У меня вот такой же, говорит, пилорик, и вот это пилорик. Я сейчас все покажу и объясню. Но для начала хочу, как и обещал, показать, как все-таки раскрылось и какое цветение, первое домашнее цветение вот у этой орхидеи, которая у нас называется Hourji Fancy, но только в варианте цветения пилорика, не раскрывшегося тюльпанчика. Но, к сожалению, друзья, как и в прошлом видео, в котором мы вместе с вами смотрели на ее цветение, и два боковых лепестка должны были быть в виде тюльпанчика. К сожалению, ничего опять не получилось. Второй цветок у нее, друзья, раскрывается вот в таком недоразвитом состоянии. То есть у нее видно два боковых лепестка, видите? Точнее, не боковых, а нижних. Вот это нижние. И один верхний, который вот так вот козырьком. А боковых, которые ручки боковые, их нету. Вот у этой орхидеи ручки, видите, они в виде бабочки, вот они, видите, с защипами в середине. А у этой орхидеи боковых нету. И кто-то удачно так пошутил в прошлом видео, когда эту орхидею сказали, что ожидали фаленопсис, а расцвел пофиопедилум, тапок. Да, башмачок, вот, расцвел башмачок. И действительно, друзья, действительно, вот я сейчас смотрю на орхидею Пиноккио, вот, действительно похож он на какой-то такой башмачок, только перевернутый. В общем, друзья, пилоричное цветение пилориком вот этой вот орхидеи Hourji Fancy, вот оно название, Hourji Fancy, друзья, у нас пока что у нас вот в таком вот варианте, непонятном, каком-то несуразном, друзья. Цвет, кстати, немножко темнее, мне кажется, у этой орхидеи. Чем еще, друзья, примечательная орхидея, когда мы ее 4 месяца назад, декабрь, январь, февраль, март, да, 4 месяца назад получили от продавца, у этой орхидеи не оказалось корней в горшке. И у этой орхидеи были только воздушные, часть воздушных корней. Мы приняли решение эту орхидеечку посадить в уже проверенную
в уже зарекомендовавшую себя как надежный способ посадки закрытую систему в крупные куски коры для корней, в стимулирующий рост новых корней, для корней воздушных. То есть у этой орхидеи были только воздушные корни. Мы сделали фитиль. К этому фитилю один маломальский, такой более-менее здоровый корень прислонили. И воздушные корни опустили в горшок. То есть сделали такую максимальную аэрацию. В одном из следующих видео, друзья, я сделаю большой подробный обзор нескольких таких посадок и покажу вам наглядно, как эффективно вот этот вот способ посадки влияет на рост корней и вообще на рост орхидеи. Но, конечно, не без сторонней помощи и дополнительной стимуляции. Эту орхидею, как только мы с вами пересадили, мы ее обработали аминозолом. И сразу после однократной обработки аминозолом орхидея пустила корни. Я уже показывал, корни пошли пучком, мы еще один раз ее обработали, по-моему, всего два раза мы аминозолом ее обработали по инструкции в первые два месяца. Потом у нее полезли помимо вот этих вот кучи корней, полезли у нее цветоносы, вот один цветонос, второй цветонос, плюс почки на старых цветоносах, которых она у садовника цвела. Раскрыла почки все и, видите, пытается доращивать. Вот они. Пытается доращивать из новых почек. Ну и плюс еще при этом корни растут. То есть аминозол, и мы еще обрабатывали ее вот этим вот спреем, содержащим хитозан. Орхидея проснулась просто по всем фронтам. Полезли корни, причем полезли прям вот сами, видите, пучком таким прям. Плотным таким пучком. И еще при этом она и зацвела, друзья. Видите? Вот такая вот красота. Вот такая вот обалденная. И теперь хочу, значит, в общем, по уходу и по именно вот этой вот посадке, это я в одном из следующих видео обзорно сделаю, например, еще нескольких вот таких посадок. Думаю, будет очень интересно. Теперь хочу подробно вам рассказать, значит, о разнице. В чем заключается цветение пилорика и цветение трилипса. Значит, итак, вчера в видео я показывал орхидею, королеву. Вот она. Так. Как мне ее, друзья, чтобы было видно. Сейчас поближе я вам ее покажу. Вот. Пока уберу вот эти орхидеи. Боюсь зацепить за бутон. Итак, смотрите, друзья, обратите внимание, вот внимательно на эту орхидею, посмотрите. Если смотреть издалека невнимательно, можно увидеть, что два боковых лепестка у нее закрыты, да? Видите? Закрыты. Вроде бы как не раскрывшийся, похож на не раскрывшийся тюльпанчик. Вот. Но почему я вчера эту орхидею назвал не просто пилорик, а назвал ее именно трилипс? Если вы обратите внимание на, значит, вот так вот я сейчас, чтобы вам было видно хорошо. Давайте так вот, на моем фоне. Вот. На моем фоне, вот, я вам покажу, она сейчас, вот. Значит, смотрите внимательно на боковые лепестки этой орхидеи. У нее форма этого лепестка почти похожа на губу. И вот такие же, друзья, язычки, видите, у этой орхидеи, вот, такие же на боковых лепестках, на кончиках язычки, как и у самого язычка нижней. Это вот как раз-таки один из основных отличиев того, что это не пилорик, именно тюльпанчик, а именно трилипс. Вот. И сама форма бокового лепестка практически идентична губе нижней. Посмотрите, такая же форма нижней губы. Вот. Посмотрите, видите? Боковые лепестки, они повторяют формы нижней губы. Вот она, нижняя губа. Вот.
чтобы было и плюс на кончиках вот это раздвоение кончиков. То есть это трилипс. Даже сама хозяйка подписала собственноручно, что это трилипс. Вот, это, друзья, трилипс. А теперь я вам покажу прям чистокровный, чистокровный пилор. Прям такой, знаете, классический пилорик. Вот он, друзья. Посмотрите на форму боковых, лепестков. И сравните с легато. Друзья. Видите, у легато боковые лепестки заканчиваются раздвоением, язычком нижним. А у этого, друзья, роскошного сиренево-неонового флэш-дэнса, это орхидея пилор флэш-дэнс, друзья, это первое его домашнее цветение. Вот, у него, видите, все обычные лепестки полукруглые, вот они. Никакого раздвоения нету, все ровненько, обычный, как лепесток, только вот закрытый. Видите? А вот это вот бабочка. Орхидея-бабочка. Вот она. То есть вот такие вот варианты, друзья, цветения. Пилор. Прям такой классический пилор. Бабочка. И вариант цветения трилипса в пилоре. Вот, кстати, некоторое время назад я показывал орхидею, мы, кстати, с вами пересаживали орхидею, солнечную такую, солнечную, желто-оранжевую такую звездочку. Я еще сказал, что это тоже трилипс, и непонятно, где у нее верх, где низ. Вот варианты цветения трилипсов тоже бывают разные. Есть трилипсы, как вот это легато цветет, не раскрывшимся трилипс, не раскрывшимся тюльпанчиком. А бывает, трилипс процветает как звездочка, тремя лучами. Язычок и два боковых лепестка в виде дополнительных двух язычков. То есть это тоже трилипс. Вот, не путайте, друзья. Вот это специально сегодня я показываю на примере. Вот он, чистокровный пилор. Флэшдэнс, орхидея пилорик. Обалденная. Вообще просто, смотрите, какая крупная. Вот исключительная особенность этой, друзья, орхидеи, то, что когда она раскрывается, у нее размеры бутончиков небольшие, вот как у этого легато. Вот, но со временем он приобретает более крупный размер, вот эти вот цветы, вот моя ладонь, друзья. Вот, и более такое еще неоновое свечение. То есть он из лилово-сиреневого превращается в сиренево-лиловый неоновый окрас. Вот такой вот обалденный красавчик, друзья. Это флэш-дэнс. А это легато. Все, друзья, надеюсь, больше путаницы не будет. Вот. А вот это вот непонятно пока. Вот этот вот. Вот, друзья, вот это непонятный. Пока что не ясно, что это за вариант такой цветения с недоразвитыми боковыми лепестками. Они прям есть, но они прям, знаете, с накаток. Прям с накаток. Прям маленький-маленький. Миллиметра, наверное, 3-4 они размером боковые. Их видно, но они недоразвитые совсем. Друзья, вот такая вот интересная орхидея. Все, друзья, всем хорошего настроения. Всем до встречи в следующем видео. Всем пока-пока.